На минувших выходных Актобе стал центром проведения традиционного турнира по Казакшак-Курес. Под сводами Жастар-Арены сошлись перспективные палуаны из целого ряда регионов страны, в том числе и районов Актюбинской области. В течение двух дней за победу боролись ребята в двух возрастных группах. В планах организаторов повысить статус открытых областных соревнований. Открытый областной чемпионат по Казакшак-Курес стал событием для любителей национальных видов спорта. Об этом свидетельствуют переполненные трибуны Жастар-Арены. Юные палуаны, будущие чемпионы из Астаны, Атырау, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Кустанайской и Актюбинской областей подарили настоящий праздник спорта. Важно подчеркнуть, что организатором турнира стал спортивный клуб, который носит имя прославленного казахского борца Балуана Шолака. Наш спортивный клуб был основан в 2019 году. У истоков стояли два тренера, я и Кубиген Айдосулы. Клуб уже существует 5 лет. Сейчас у нас трудятся 4 тренера, занимаются около 100 ребят. Помимо Казакшак-Курес, культивируем другой популярный вид борьбы – дзюдо. Этот турнир уже стал традиционным и с каждым годом набирает популярность. Об этом говорит расширение географии участников. С каждым годом все больше ребят приезжают сюда продемонстрировать свое спортивное мастерство. Этот турнир стал уже 3-м в истории. Соревнования проводились в течение 2 дней. В субботу на ковер выходили еще совсем юные палуаны, у которых основные спортивные достижения впереди. Но даже несмотря на юный возраст, бойцы демонстрировали волю к победе, эмоции и не по годам зрелое мастерство. А в воскресенье за победу боролись ребята постарше. Я впервые участвовал в соревнованиях в Актюбинской области. Все очень понравилось. Организация турнира, состав участников, поддержка трибун. Все на высоком уровне. Я выступаю в весовой категории до 55 килограммов. И надеюсь, что смогу завоевать здесь первое место. У меня уже есть опыт выступления на крупных турнирах. Так боролся на чемпионате Казахстана в Талдыкургане. Цели ставлю перед собой амбициозные, чтобы достойно представлять свое село имени Мамаита Омарова, Аксузской городской администрации на соревнованиях самого высокого ранга. Безусловно, выходящие на ковер в Актобе являются будущими звездами Казакшак-Курес в нашей стране. И проверка уровня мастерства на примере своих сверстников из других регионов страны станет большим опытом для ребят. На турнир приехали очень перспективные ребята из разных регионов страны. Актюбинская область представлена даже ребятами из районов. В общей сложности 550 юных палуанов выходили на ковер. Соревнования проводились в двух возрастных группах. В первый день выступали ребята 2012-2014 годов рождения. Во второй день боролись участники постарше 2009-2011 годов рождения. Более старший возраст, более опытен, что неудивительно. Многие из выступавших в Актобе являются участниками чемпионатов Казахстана и других республиканских турниров. Победители и призеры соревнований были награждены медалями и настоящими чемпионскими поясами. Организаторы отмечают, что в будущем турнир планируется сделать международным. Николай Сырбов, Бахыжан Едыгеев, телеканал Актобе.